достаточно трудный, ну, достаточно трудная задача, которая на самом деле решение получается путем аккуратной записи условия. Ну, аккуратно, я имею в виду правильные записи. А задача такая. Вот у нас есть набор чисел. Один, два, а это сумма любых семи последовательных чисел отрицательна. А сумма любых 11 последовательных чисел положительна. Ну, последовательных я имею в виду, что вот берем А2 и какие-то там все, которые тут сами. Вопрос такой, какое может быть наибольшее n? Во-первых, ну, правда, в этой задаче еще такая довольно трудная часть, это построить пример соответствующий. Но вот этот пример строится я не объясню, я его только приведу. Пример такой, пример вот такой последовательности будет 5, 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
8, 9, 10, 11, 13, 15, 14, 15, 16. Вот 16 чисел. То есть вот можно построить такой пример 16 чисел. То есть берем любые 7 последовательные, сумма отрицательная, а 11 последовательных, сумма положительная. Теперь как доказать, что n не может быть больше, что n не может быть больше 16. То есть n не может быть. Ну вот я сказал, что надо записать аккуратно, аккуратно это вот в такой табличке. А1, А2, А7, А2, А3, А8. Ну и табличка 7 на 1. А2, А3, А4, А11. Тут значит А11, А12, А13, А14, А15, А16, А17. То есть если бы было 17 таких чисел, можно было бы написать такую вот табличку. И если мы в такой табличке рассматриваем сумму по строкам, то в каждой строке получается отрицательное число. А если рассматриваем сумму по столбцам, это как раз вот сумма последовательных чисел, получается отрицательное число. Ну, значит, 17. А скажите, пожалуйста, а это общий ответ или вот как вот, если взять не 7 и 11, как там будет? Что если взять? Ну, у вас 7, 11 и 17. Вот как 17 получается по 7 и 11?
Ну, это 7, 11 плюс 7 минус сколько? Ну, вот ну, здесь 11, здесь 7. И минус 1, да? Ну, да, минус 1. Так, а пример всегда строится? Ну, нет, с примером тут хитро. Тут как раз на самом деле самый хитрый пример. Нет, я в смысле, вот если вместо 7 и 11 взять другие числа, какой будет ответ? Ну, вот с табличкой ответ понятен. С табличкой понятно. А с примером? Пример построить можно или нет, я не знаю. То есть, что не больше, это тут это для любых чисел, естественно, а вот как быть с примером, это сложнее.